Летним утром 1693 года некогда освободивший Европу от турок польский король Ян Собеский играл в шахматы. Противником его был диковинный автомат, который обыгрывал любопытных на базарах Кракова. Собеский проигрывал. «Еще раз сдавай», — буркнул король и бросил на кон табакерку. «Требуется смазать, ваше величество», — запротестовал владелец автомата. «Маш!» Но и эту партию он проиграл. Разозлившись, Собеский швырнул на стол табакерку и пошел прочь. И тут случилось невероятное. Автомат чихнул. Негодуя проигравшийся король сорвал с автомата железную крышку и увидел под ней человека. «Помилуйте, ваше величество», — заплакал автомат, — «инвалида, оставившего ноги свои на полях сражений за отечество наше». «Клянитесь, что никто не узнает о том, что случилось здесь», — приказал король. «Иначе мы лишим последнего куска хлеба защитников наших». Ян Собеский. Всемирная история. Банк Империал.